Ну, теперь нас ждет небольшое, не знаю, пятиминутная, наверное, пауза. Общение команд, перерывчик. Немного они отдохнут. Сложная игра, 9-6, 3 раунда преимущества. Но, опять же, если наберут пистолетные, там идет двояка, это 9-9. И фантастическая вторая половина. И, конечно, если FX возьмут свои пистолеты, то им будет гораздо проще давить на Тус Винсер. Но, опять же, просто так голыми руками Нави не возьмешь. Они не раз были в таких непростых ситуациях и совершали очень сложные камбэки. Но FX опытные ребята, влевые парни. И, конечно, они все-таки на 3 раунда, но ближе к победе в этом матче. Все зависит от пистолетов. Просто не забываем, что Нави брали пистолеты, по-моему, и на Инферно. Да, потом сразу же во втором раунде получили ответ за счет поставленной бомбы и двух фрагов. Там два калаша дропнули, и FX сразу же во втором раунде перевернули все. Да, было и такое. Ждем продолжения, ждем команды в игре.
Ну что, друзья, нас ждет смачное продолжение финалов 7-го сезона Intel Challenge. Третья решающая карта, счет 6-9. Нави проигрывают. И сейчас они начнут играть в атаке, поэтому будет очень интересно, что у них получится в первом раунде. Итак, пошел рестарт, начинается игра, и внимание на экраны. Смотрим, что сейчас произойдет. Крайне немаловажный фактор. Посмотрите, здесь гранаты на вторую длину. Ну что, минусы будут или нет? Зевс! Сеня! 5 в 3! Старикс! Нео минусует Зевса. Лорд хедшот ставит Маркелову. И тут размен сумасшедший. В итоге двое против одного. Старикс с Сеней против Нео. Ну, сейчас посмотрим, что тут будет делать Нео. А, тут... Да ничего, минус от Есенина. И 9-7. Ну что, Нави сделали важную вещь. Взяли пистолеты и теперь, как я и обещал, вторая половина будет очень жестокая. И тут, конечно, победит сильнейший. Ну и заметил, что Нави вот на этой карте смогли взять два пистолетных, но первый... Почему он так не уверен? Потому что первый был выигран, а потом в втором раунде взяли раунд фраг экзекьюторс. И, конечно, там попроще было FX. Сразу 1-1, и они уже вышли вперед, там 2-1-3-1. Ну, в этом сейчас спокойненько Нави принимают эко. Таз против четверых-пятерых оставался. Все, минус Таз, 9-8. Один раунд между командами. И самая жесть начнется совсем скоро. Решающие раунды матча FX Na'Vi. Тут вообще еще жестче, чем в финале чемпионата мира. Там у нас было две карты, Na'Vi выиграли на двух. Очень уверенная игра была. Ну а здесь есть Денюк, и он добавил интереса. Минус 2 от фокуса, минус 3. Смотрите, что сдает Иоанн Сухарев. Маркелов с ХАЕ минусует Таза, и Нео остается один. Минус от Маркелова. 3-0, 9-9. 9-9. И вот теперь уже 7 раундов для одной или второй команды, чтобы стать чемпионом. 7 из 12 оставшихся. Крайне интересная игра. Вот сейчас двойной раунд идет для NATO Swinsor. Если они его берут и выбивают все девайсы, дальше эко. Ну, тут все понятно. Ну, как бы... Конечно, Na'Vi захотят его очень сильно выиграть. Но это будет ой как непросто. Что где-то мы видим гранаты на Б-планте. Паша минус фокус. Паша минус Зевс. Как он сыграл фастом. Классно. Ну, здесь уже нет. Минус 3 от Паши. Он просто бегает по планту и испепеляет Маркелов. Дал минус. Кубан. Минус Маркелов. Оставался Старикс. Куб минус от Кубана. 10. Ну, парни еще тут умудряются друг другу покричать. Вместе посмеялись. Да, нужно, конечно, сейчас немного расслабиться, но, наверное, не до расслаблений. Старикс, минус Паша. Очень важный минус для атаки. Конечно, 5 на 4 для атаки — это совершенно другое, чем 5 на 4 для защиты. Тут, опять же, защите приходится там что-то мудрить, делиться, либо не делиться, рисковать, но уже играть совершенно в другую игру. Атаки там все равно, там 4 выходят или 5 особо. Да, конечно, иногда нужна, важна лишняя флешка.
Но все-таки все равно попроще. Так, смотрим. Попытка Нави зайти на Б. Минус Кубен. 5 в 3. 5 в 3. Нави в большинстве ставят бомбу. И вот теперь давайте смотреть, наверное, на карту, как тут будет происходить у нас дела. Конечно, очень жаль, что я не могу говорить все. Но сколько можно жалеть про это? Зато мы видим очень кайфовый КС, очень напряженную и в моральном плане игру, и вообще в игровом. Очень сложная игра для команд. Третья карта. Ну и очень... Даже не то, что очень, а равный счет. Ух ты, на коврах там кого-то только что попали. Нет, ну если закончилось без фрагов, там засейвили девайс свои FX, и оставшиеся игроки. Ну и 10-10. Ничейный счет в матче. 10-10. Ну, давайте смотреть еще раз. Ну, теперь уже 6 раундов до победы одной или второй команды. 6 раундов до чемпионского титула. Ну, и из оставшихся 10 в этой карте. Ну, конечно, у нас может быть овертайм и куча допов. И можем мы тут сидеть до 2 часов ночи и наблюдать, как парни будут равно играть до самого конца. Ну, они сейчас так, смотрим, минус от Зевса. Да, минус от Зевса. Как там выжил Старикс, я не понимаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Как сыграли Нави, как Даня-то сыграл. И как выжил Сережа Старикс. Очень жестко. Минус от Фокуса, минус Нео. 5 на 2, ну тут уже серьезно. Серьезно обыгрывают Нави и FX. Тоже, видите, классно у них получается атака. Таз на коврах. Подрезал Есенина. Бомба установлена. Лорд с тазом против четверых остаются. Непростая ситуация для польской команды. Уже, опять же, ни для кого не секрет, что тут уже будут Нави бегать сейчас по карте за своими соперниками. Ну, посмотрим. В прошлый раз не получилось у них ничего сделать. Может быть, получится на этот раз. Да, сейчас взорвется бомба. Ну и пытаются выбить. Очень важна экономика, конечно, пытаются выбить Нави девайс, но не получается. Таз вот выбил девайса из фокуса. Нет, Зев снял. Снял один кольт. И у нас уже 11-10. Нави вышли вперед. А вы помните, что Нави проиграли, по-моему, даже 8-3. Такой был счет, если не ошибаюсь. Ну, уже 11-10 в пользу Нави. И Нави нужно 5 раундов для того, чтобы выиграть. Ну, они, опять же, набили себе сейчас экономику, и теперь им уже гораздо проще, чем их соперникам из Польши. Коврах, смотрите, что происходит на коврах. Сеня, ой-ой-ой-ой, что сдают лорд с тазом. Они там просто запилили всех. Не забывайте, что там были засейвленные пушки, вот которые сейчас очень неплохо сработали. И теперь нужно Зевсу и Стариксу как-то спасти этот раунд. Будет крайне непросто. Опять же, вы все видели сами. 41 секунда. 2 в 4. Ничего не менялось. Минут теперь уже поменялось. Минус от Зевса. Нави в большинстве. В меньшинстве. 2 в 3, точнее. Ну. Паша важный минус делает. Кубан принимает в центре. Ну что, такое смешанное эко берут. Смешанный бай берут сейчас FX. И у нас снова ничья 11-11 в матче. Да, там, конечно, ситуация на коврах. Ну, там непонятно, знаете, кто прав, кто виноват. Вот тот, кто пошел из Нави там на ковры, там дальше. Ну, там сыграли тимплейны, пытались сыграть. Но не повезло, да, по первому фрагу. Такая ситуация, которую стоит просто забыть. Ну, как забыть? Помнить ее, но и не делать в следующий раз такого же. 11-11. Равненная, очень равная игра.
Тоже борьба неимоверная. Напомню, всем призовой фонд чемпионата $5000 получит победитель, $3000 второе место, $2000 получила команда ДТС. Ну, или получит. Минус от Сени, минус Стас. Смотрим дальше. Сеня снова включается в последние раунды. Этот... И 5 на 3. Бомба стоит. Старикс минус ВП. На 2, Зевс минус Нео, и как-то, да, Сеня, конечно, все, сразу решил весь вопрос, минус от Кубана, и сразу же его разменивают, убивают все девайсы, 12 раундов за Нави. Да, Сеня, конечно, как всегда, вот, включил... Просто режим отца и пошел и продавил ковры. Два хедшота. И судьба раунда уже решена. 12-11, напоминаю всем счет. Ну и напоминаю тем людям, которые смотрят в арене. У нас нету табло, и мы не видим. Ну, они не видят верхнюю плашку, которая стоит в нашем стриме. Вот Na'Vi FX. И счет, соответственно. Поэтому я его так часто напоминаю. Это говорю людям, которые смотрят наш стрим. Давайте смотреть. Ух, какая перестрелка тут была. В доме, смотрите, минус от Зевса, минус от Таза. Маркелов тоже отметился фрагом. Na'Vi плюс один игрок, 4 на 3. Минус от Лорда. Вот тут Сеня куда-то вот полетел немного. Прорвал там ковры, и после этого его минуснул Лорд. 3 на 3, Маркелов, Старик, Зевс, Кубан, Лорд и Паша. 40 секунд. Паша. Хороший хедшот. Старикс убивает его сумасшедшим фрагом с ВП. Посмотрите, какой жесткий это Сережа. И что, Старикс и Маркелов? Кубан и Лорд. Маркелов! Минус два! Как это было? Друзья, вот, ну, по-моему, под моменталку, я просто не обратил внимания, переключал, смотрел хелсы у Марика и у Старикса, просто оба красных, Лорд 25, у одного игрока FX было побольше, ну и вот жесткий момент, 13-11, в пользу Natus Vincere, счет второй половины 7-2, вот так вот, покажу симтап, что у нас вообще во второй половине происходит. Что минус от фокуса. Ну и поймали в коврах сейчас Есенина. Ой-ой-ой, Паша! Что сдают FX? Убивают Старикса в мидле. Ой, Маркелов и фокус 2 в 3 в меньшинстве. Минус от фокуса. Минус от Лорда. Маркелов, Лорд! И берут раунд, берут слив. Жесткая игра, 13-12. Na'Vi отдают эко-раунд. Началось, я помню, да, на коврах. Поймали Сеню, потом на планте там какой-то замес произошел. Потом Сережу Старикса поймали в центре. Ну и не смогли доиграть раунд до конца. Маркелов там сжал, и в ситуации один... Ну там доля секунды была ситуация 1 на 1, и Лорд его перестрелял. Там Марик просто красный уже сидел.
Ну, смотрим за продолжением действительно очень красивого матча. И все-таки завершение сезона, седьмого сезона Intel Challenge по КСу. Завершится он на Инферно. Но... Паша, минус 2 на Б. Ой-ой-ой, я не успел показать. Смотрел скар, такой будет заход. И очень плотно сдает здесь Паша. Минус 3. Кубен, Маркелов. Остается Сеня уже, по-моему, у нас один. Бомбу установил Есенин. Так, на всякий случай, чтобы были деньги. И что, 13-13? Очень равно. Очень равно идут. Очень плотным. Четыре раунда остается играть во второй половине Инферно. Играть не буду говорить остается. Все может затянуться. Я уже говорил, на очень... на неопределенный срок. Если будут овертаймы. Но из четырех раундов каждой команде нужно взять три, чтобы выиграть без овертаймов чемп. Лорд минус Зи, Стас сразу же минус Есенин. Проходит два фрага от польской команды. И вот тут уже непростая ситуация для Нави. Напомню, счет 13-13. Маркелов. Его разменивает Кубен. 2 в 4. Фокус и Старикс. Что, бомба установлена. Давайте смотреть за выбиванием от FX. Ну, либо за приемом от Нави. Тут уже... попрет минус от Кубена. Да, тут без шансов. Кубен минус 2. Бомбу поставили. Четырнадцать 13. Счет в этом матче в пользу команды Frag Executors. Друзья, давайте наблюдать за событиями в решающих раундах. 14-13 в пользу Frag Executors. Минус от Сени. Минус от Сени. Сеня минус 2. Ну, зря, зря, конечно. Нельзя кричать Есени, но минус от Зевса. Минус от Старикса. И остается один Паша. Минус от Маркелова. 14-14. Борьба продолжается, да, если бы сейчас Нави отдали раунд и не поставили бомбу, конечно, с их деньгами была бы беда просто, но они справляются, и у нас ничейный счет. Два последних раунда. Командам нужно просто брать два и одно и второе, чтобы стать чемпионами, либо овертайм. Вообще просто невероятный накал страстей. Мега напряженный матч. И последние раунды. Да, мне, конечно, много хотелось бы сейчас сказать вот в тактиках, в расстановке игроков, но нельзя. Потому что я поломаю весь чемпионат, просто одним словом могу.
ну, в плане того, что кому-то подскажу. Что смотрим, Старикс с АВП, минус, минус Нео, Нави в большинстве, плюс один игрок, минус от Маркелова, по-моему, прошил Марик, я не обратил внимания, минус от Сени. Ну что, Кубан и Паша остаются вдвоем против пятерых, хорошая возможность. Минус от фокуса. И Кубан остается один. Нашли Кубана. Кубан минус два делает. Да, нашел его Даня Зевс. И чемпионшип поинт для Natus Vincere. Они выигрывают 15 раунд в этом матче. И... Так что... Тут, конечно, будет очень интересная, последний интересный раунд. А может быть и больше, еще не все ясно. Но... Ну что, давайте смотреть. 15-14 в пользу Natus Vincere. Покажу вам еще, да, вот что происходит на карте, вот. Лорд минус Есенин. Старикс минус Паша. Неос Дигла ставит хедшот Зевсу. Втроем остаются Нави. Фокуса зажимают. Не прочекали. Лорд и Кубан. Маркелов последний. Маркелов последний. Что сдал Маркелов? Я в шоке, друзья. Что сдал Марик? Вообще фантастика. Это нечто невероятное, друзья. Жесточайшие просто выстрелы от Маркелова. Это космос, друзья.